Всем здорово, ребят. Красавица я. Я знаю. Спасибо. Вот. Встала сегодня 2 раза. Думала, вообще не встану. Вот так вот. Я поеду в больницу. Узнаю, запишусь. О, господи! Затрясла ушами, ты башкой стукнулась об стол. Лысая. Триндец. В больницу надо записаться. На это. На УЗИ там надо. Того. Я сегодня кони чуть ночь не двинула, похоже. Не знаю, что со мной. Конечно, меньше жрать надо. Вообще не жрать. Сдохнуть от холода. Дави. Надо провериться. Плановая. По планово. Было бы хорошо. Пришел сразу провериться, а то надо прийти, записаться. Одного нет врача, второй надо найти. Надоели. Деревня долбаная, короче. Понимаете? Я тоже почему-то зеленые больше люблю, чем красные. Вот так вот. Я встала 6:30. Вот. Пошла, посидела. А если бы за телевизором был бы, я бы ящик включила. И не спала больше. А пульт они засунули куда-то, я его найти утром не могла. И я опять легла спать. И опять я дрыхла. И стала я 12:30. А эта жара, она не прекращается. Она как есть эта жара, она так и будет эта жара. От нее никуда не деться. В подполе у меня холодно, можно там посидеть. Поставить там диван, телевизор, холодильник и сидеть там. Триндец вместе с крысами. Сидеть там. Надо загугливать. Если вы хотите какой-то вопрос получить, надо загугливать. Я уже знаю, как это делать. Взял и загуглил. Почему?
Например, блин, дура. Почему у нерусского человека русское имя? И какие причины для этого могут быть? Одни и те же вопросы, вообще отвечать не хочу. Это тормозный какой-то этот дурдом. У него же он таджик был. А имя-то русское, это же русский. Я в шоке полном. Вот, короче. И в программе говорили Александра. Везде говорят Александр. Не, она, говорит, врет. Ну, по себе людей не равняйте. Google в помощь. Триндец полный. Или переведите Александр на другие мусульманские имена, и какое имя получится. И там выберите, какое вам понравится. Таким, такой, пускай его зовут. Ну чё? Алена вроде бы. Взяли интервью у Иринки, восьмиклассница? Утерлась? А тебе даже на бумаге тут туалет не напишут твое имя. Утрись и учись до 11 класса. А мне это делать не обязательно было. Я в это время маме помогала, работала. Поняла? А не тебе меня судить. Сидишь там на шее у родителей, жрешь колбасу с укрой, как говорится. И еще о жизни что-то знаешь. Проживи ту жизнь, о которой ты хочешь поговорить. А потом судить будешь. Поняла? Сидеть там, у папы на шее ручки свесила с ножками. Вот так вот болтает. Деньги из кармана подтягивает, наверное, втихаря. И ни копейки еще не заработала. Я еще один хочу съесть. Не, не буду. Или съесть. Я арбуз поем лучше. Сейчас я задним ходом дам, то я бы штанов. Я в смысле того, то, что я без штанов. Я в штанах, в трусах. Но без этого. Без этого. Без таких ритузов моих красных. А что, он хоть стирается у меня? Одни на стирке. Двое на диване. Жарко в них. Жопу, знаете, как спривает в это вообще в лосинах. Триндец полный. Сейчас чуть-чуть перекушу, поеду. Съезжу на ГРЭС. Запишусь на КГ. Запишусь на УЗИ. Когда у них там, по каким дням приемы. В нашу не попасть. Это бесполезно. Это сначала к терапевту записаться. Это раз в неделю электронно надо записаться. Успеешь, значит записался. Нет, значит жди следующей недели, пока не сдохнешь. Вот. Сначала к терапевту. А вот после терапевта, если он тебе в течение месяца, значит какой-то кабинет. Когда там будет свободно. Если еще, дай бог, не в отпуске. То ты попадешь. Не нужно. Бегать там по кабинетам, так, очередина на полдня. Они не шевелятся вообще, чтобы народ пропускать. Одна ругань. Схожу вон в этот. Нормально. Я заказала вот такие часы еще. Еще одни часики такие себе заказала. Другим цветом только. Прийти должны со дня на день. Покажу потом распаковку. Да господи! Не надо мне туго. Послабь же. Я снимаю, когда жарко. Потеет, и вот здесь потом чешется в этом месте. Еще когда шнурок вот этот намочишь,
тоже приедет, чешешь, чешешь, там это красное. Пупырики такие. Мокрица долбаная. Здесь мокрица, там, блин, это болотница. Не могу. Мне не хватает этого вентилятора. Этот купить, если вот... Мне его вешать негде. Мне его негде прихоломбашивать. Шкаф у меня до потолка стоит. Полки тоже, считаю, до потолка. Здесь часы, если только снимать, вот сюда было вешать. В принципе. Но опять, это мощность большая. Когда электрик был, он сказал, у нас плита вот эта огромная, да, помещение маленькое дома. Машинка сейчас подключила. Вот эта плита до хрена. Ну, короче, там перенапряжение сильное будет. Если вот эту бандуру повесить. Вот. А я думала, гадала, куда повесить. Или вот тут над дверями опять. Толку-то, что ее тут над дверями весить-то, да? Если вот здесь она туда, блин, будет. Надо, чтобы она вот так дула. Или хотя бы к окуну и там вот так раздувала. Хрен его знает. Интернет вечером вообще не ловит, матерюся. Он не ловит вообще толком. Сделали мне два моста, заказали. Эта программа-то эта долбанная. Мосты какие-то. Ну, эти. Один мост ставят, два моста. Короче, говорит, летать как в космосе, говорит, будете. Посмотрим. Я устала уже без этого. У нас проблема здесь вообще плохо. Вечером, когда, тем более, погода или еще что-то, все. Триндец интернету. Сказали, два сделают моста. Ну, заказала два тогда. Так и так поставят. И будете, говорит, как в космосе летать. Проверю, говорю. Все равно не как в космосе, наверное. Все, говорит, у вас летать будет. Ну, телевизор подключу к интернету. Буду сама выбирать фильм, в кино какое посмотреть. Буду лежать на диване, на подушечке так вот. Ножка на ногу. Хочу вокзал для двоих. Хочу операцию. Хочу девчата. Буду включать и смотреть. Как королева. Рядом тарелочку такую вот поставлю. Вот так вот. И вот так семечки щелкать. Правильно? Вот так вот. Лежать, семечки в потолок щелкать и попердывать. Мне нравятся просто такие фильмы старые. Нравится. День и ночь бы я смотрела. Ладно, погнала я. Съезжу. Я вообще, блин, не могу квасить вообще всю. Красиво сегодня накрасилась. Всем удачи, всем добра, будьте добрее.